тяжелая игра, да, то есть, хотя я говорю еще раз, что поле было нормально, в нормальном качестве можно было играть в футбол, да. То есть мне, я говорю по нашей игре, потому что по своей команде, по сопернику, Сергей Александрович сам скажет. Вот, по моей команде, то есть первый тайм я ожидал, что мы будем поактивнее, да, мы что-то подсели, как будто приехали играть на ничью. Естественно, это не прощает футбол, получили гол, да. Но второй тайм поинтереснее, более-менее что-то создали хоть у чужих ворот. Ну, если говорить по счету, мы, в принципе, предполагали, что будет очень тяжелая игра. Но предполагали, что качество будет немножко другое. Все же у нас отдать не должно, что игра была абсолютно равная, и, в общем-то, решил эпизод. Может, это борьбы было много, по отдаче никаких вопросов, а по организации игры просто много. Но и тяжело играем. Тяжело играем, игра в середине не вяжется, нервозность, видимо, очки давит, и некомплект игроков, которые, в общем-то, мы тут в поиске еще. Поэтому здесь это просматривается, но есть еще неделя до следующего тура, и есть очки, это очень важно. Мы понимаем, начинаем работать, и как идти дальше. Если мы хотим на что-то бороться, надо улучшить качество. Ну, у нас каждую игру практически мы заново в средней линии формируем, и так тут еще у нас будет поиск. Хочется побольше креатива. Султану будет в следующем туре уже играть, а через тур будет Шестаков играть. Да, это будет середина.